Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі малята-тигренята та інші цікавинки Миколаївського зоопарку. Ми знову у відділі хижих тварин Миколаївського зоопарку. Ці смугастики народилися 18 листопада. Їх мати – тигриця Агріпіна, татуся звати Геліос. Малята-тигренята поки ще даються погладити, і залюбки йдуть на ручки до доглядальниць і навіть до непроханих гостей. Це не така й легка справа, тож спочатку спецкурс – як тримати тигреня. Любого ребенка, вот такого хищника, да, вот так вот берете вот так вот подмышки, берите, не бойтесь, вот так вот, аккуратненько, крепко. Крепко? Крепко, как да. Своего? Вот, и вот так под попку одной рукой. Нет, я могу упустить. Держите, не страшно. Все, не бойтесь. Что? Он может меня укусить? Может, он же тигр. Ну. Видите, как он делает? Ну да. Вот, уже тигр. Уже тигр, такой вот. Маленький, а уже тигр. Вертаємо маля доглядальницям, йому вже час перекусити. Юні хижаки добре ростуть, а тому повсякчас просять їсти. Вони вже пробують зрослу пищу, вони вже от бродять по всьому вольєру, от вони вже і грати починають. Тигр – шикарна велика кицька, дуже рідкісна. Колись цей хижак почувався господарем у східних районах Євразії. Нині середовище проживання хижака – Приморський і Хабаровський край Росії, а також північно-східні райони Китаю. Амурський тигр – найбільший представник серед сімейства котячих. Довжина тіла дорослого самця – до 3 метрів, вага – близько 300 кілограмів. Представники цього виду сильні і витривалі. Вони можуть переслідувати здобич зі швидкістю 50 кілометрів на годину. Від тріскучих морозів цих тварин захищає не тільки густа шерсть, але й товстий шар підшкірного жиру в нижній частині тулуба. Очі тигра здатні розпізнавати тільки один колір, але їх зір в темряві у 5 разів перевищує зір людини. Внаслідок людської діяльності популяція амурських тигрів нині не перевищує 500 особин. Приблизно така ж кількість цих кішок проживає і в зоологічних парках світу. Цікаво, що цим та й іншим тигренятам у нашому зоопарку імен не дають, а для зручності привласнюють номери. Імена вони отримають вже на новому місці, куди їх передадуть згодом, як підростуть. Тигри у нас є по номерам. Значить, от ця тройня, от тут ще дві дівчинки, це у нас номер 60, 61 і 62. Це кількість тигрят, які народились в нашому зоопарку за період часу, коли цей вид у нас зберігається. Миколаївський зоопарк по праву вважається одним із кращих в Україні та Європі. Та мало хто знає, що крім екзотичних тварин, на його території розмістилася унікальна колекція рослин. Ми з повною впевненістю можемо сказати, що на нашій території зібран шикарний дендропарк. Ми стараємося, ми прилагаємо багато зусиль, щоб возле кожної екзотики у нас стояла табличка. Проходя по нашому парку, посмотрите, пожалуйста, почитайте таблички, которые вам расскажут много интересного и нового о растениях, которых вы раньше ходили и просто не замечали. На цій території зоопарк діє вже майже 40 років. Весь цей час його співробітники невпинно працюють над тим, щоб бути справжньою оазою посеред міста.
Тож не дивно, що тут оселилися зелені гості з різних куточків нашої планети. Ми сотрудничаємо з многими ботанічними парками і садами України. В частності, вот екзотичні растения многие годы привозились из Никитского ботанического сада. У нас есть растения, которые подарены нам другими зоопарками мира. В частности, у нас растут сакуры на склонах наших, на склонах отдела хищных животных. Сакуры, которые подарены Ташимицу Дои, директором японского зоопарка. У наших подальших программах мы покажем вам найекзотичніших представників дендропарку. А сьогодні познайомимо вас із незвичайною рослиною, яку називають магонія падуболиста. Это очень интересное растение. Другое его название – американский барбарис или орегонский виноград. Получило название это растение в честь известного садовода из США Бернарда Макмагона. Это растение, известное еще древним индейцам, употреблялось в пищу. Не очень интересный вкус ягод, но зато очень интересный цвет, который эти ягоды добавляли издавна для цвета в компоты, кисели и даже в вина. Самое интересное, на изломе этой веточки мы можем увидеть ярко-желтый цвет. Ее использовали, сок этого растения использовали для покраски кожи и льна. Кроме того, что это растение использовали и в пищу, его еще использовали как лекарство. Оно обладает многими целебными свойствами. В частности, содержащееся химическое вещество берберин, оно является наилучшим веществом, которое понижает уровень сахара в крови и уровень холестерина в крови. Это вещество свойственно, собственно, всем барбарисовым, но в магонии его содержится намного больше, чем в любых других. Также ягоды этого растения используются как хорошее желчегонное средство, и они входят, сок этих растений входит в состав средств от псориаза. Кроме того, посмотрите на него, это вечно зеленое растение, оно украшает собой многие парки и сады нашего чудесного города. Колекція акватераріуму найчисельніша у Миколаївському зоопарку. Тут і екзотичні риби, і неймовірні земноводні, і хижі рептилії та інші. Герой цього сюжету – справжній дракон, хоча і невеличкий. По-науковому це водяна агама, інакше китайський водяний дракон. Незважаючи на своє грізне наймення, створіння цілком дружелюбне. Она абсолютно не агрессивна, даже в природе она не агрессивна, то есть если кто-то на нее пытается напасть, она стремится убежать, стремится избежать какой-то ситуации, какого-то конфликта, чем попасть в нее. То есть животное, которое очень даже приручается достаточно хорошо. Но единственное, что недостаток, это у него очень острые когти, и он просто неумышленно вас царапает. Он не хочет, но так получается, ему нужно за что-то держаться. То есть вот у нас бывают царапины от них, от этих наших любимых животных. А так, видите, абсолютно спокойно себя ведет, то есть она уже привыкла, да. По характеру очень добрый? Очень добрый, да, абсолютно хороший зверь. То есть не укусит ничего. Агама – представник роду водяних ящерок з родини агамових. Її батьківщина – Таїланд, Камбоджа, В'єтнам та південь Китаю. Мешкає у тропічних лісах, веде напівдеревний спосіб життя, добре плаває, рятується від ворогів, стрибаючи з гілок у повітря. Це швидка та моторна тваринка. Живе невеликими групами. Активна у день. Харчується комахами, безхребетними, гризунами, рибою, птахами та овочами. Як і інші рептилії, холоднокровна. Отже, залежить від температури і вологості повітря. В частности, данный вид животного, ему нужна очень высокая влажность, до 90% для него это нормально. То есть, чтобы так хорошо все тут запотело. Конечно, обязательно они сидят на шнуре обогрева, потому что очень сильно зависит их процессы пищеварения от температуры. Зависит вообще процесса жизнедеятельности, не сильная температура. То есть, недостаточная температура, он ведет себя вяло, он есть не хочет, он неактивный, малоподвижный. На вид ця істота доволі своєрідна, незвичайна, але цілком гармонійна для середовища свого існування. Матінка природа все продумала у будові тіла агами, втім, як і усіх інших істот, які населяють нашу планету. Коготки, он лазит по веткам, да, то есть он очень сильно завязан за те места, где вот ветки. То есть в природе он как раз и водится в таких вот переплетенных зарослях, переплетенных ветках, которые над толщей водой находятся. Они хорошо очень плавают, они прекрасно плавают, то есть они много времени проводят в воде, даже в природе. Вот.
Также в воде они, в принципе, могут и кормиться, кого-то поймать, какое-нибудь позвоночное, то есть какое-нибудь насекомое. Этот замечательный гребень есть так хорошо развит у самцов. Это у нас группа вся состоит только из самцов. Каково его предназначение? Наверное, чтобы выделиться. В основном у животных такие вот красивые, яркие какие-то наряды для того, чтобы выделиться среди других самцов, привлечь внимание самки. То есть я красивший, я интересней, пожалуйста. И, может быть, помогает им, как когда вот они брачные какие-то, у них вот идут турниры, то есть они могут даже вот так нахохлиться, этого будет достаточно, чтобы определить, ты больше, я меньше, иди с дороги. Ушки, вот смотрите, видите, вот это у них ушки. У них хорошие, у них барабанная перепонка, вот она находится, вот тут вот у них ушки, вот это, видите. Зрение у них тоже прекрасно развито, обоняние прекрасно развито. Допустим, вараны и змеи, они не просто так высовывают язык, они считывают химию воздуха, которая окружает их. То есть они таким образом ищут жертву, таким образом определяют, кто находится рядом. То есть считывают пространство, это имеет информационное значение, их языки. Это тоже иногда бывает, высовывают язык, так вот тоже интересуются. У них там очень много вот таких вот рецепторов, которые определяют химический состав воздуха, будем так говорить. И благодаря этому они находят свою жертву, находят свое место. Они тоже удерживают какую-то свою территорию в природе. И по ней перемещаются. Шкіра агами шершава на дотик і відіграє для тваринки важливу захисну роль. Захищає від втрати вологи. Тому водяний дракон не так залежить від нестачі води, як слизькі земноводні. Цей міні-дракончик з'явився на світ тут, у Миколаївському зоопарку. Він обожнює гостей і уважним спостерігачам поведінкою розкаже про свої уподобання. Любить влажність. Любит очень сильно тараканов всяких, любит сильно живой корм. Но мы его стараемся в этом ограничивать. И чересчур сильно, избыточное кормление белком тоже нехорошо сказывается на здоровье этих животных. Но они его очень любят, чуть ли не пальцы откусывают, когда ты их кормишь. Цю тваринку навіть можна приручити. Вона спокійно йде на ручки, адекватно реагує на спілкування. Он привыкает к хозяину, то есть он, да, он такой привязчивый достаточно. Ну как, привязчивый, но он отличает хозяев, то есть он приручается, он быстро привыкает к тому, что с ним вот так обращаются, берут на руки, гладят, кормят вот так с пинцета, то есть он уже ждет, он уже знает, он уже, некоторые привычки у него уже выработаны, то есть так называемые условные рефлексы у них выработались. У нас здесь неволя. Отже, полюбуйтеся на зелену агаму. А про інших представників колекції акватераріуму Миколаївського зоопарку дізнавайтеся у наступних випусках.